Привет. Тот без лута. Рейд ворнинг невозможно, по-моему, игнорировать. У нас что-то двоих нету. Полдаром здесь. О, Войт, знаешь, что тебе надо сделать? На кнопку поставить. Что-то анонси собрал. Я ты лютый. Прям серьезно, прям еще. Здорово. Я согласен. По-моему, похуй. Ну ладно. А, ну мало, ладно, нормально, все. Согласен, нормально. О, ёбаный в рот. О, ёбаный в рот. Это серьезная организация. Не, ну если ты объяснишь, как кубы нажимать, то я постою нормально. Ничего себе, опять объяснять, как кубы нажимать? Ёб твою мать. А за объяснение? Охуеть, неплохо. Слушай, я так не делал ни разу. А если я отсосу вместо шагов, нормально? Бля, да вы чё, короче? Заебись. Неплохо, слушай. Кредит под 20% можно организовать. Вой тут? К сожалению, мне нужно одно место для сагильдии. А вы что, небось какая-нибудь дальневосточная гильдия? Нет, нет, у нас просто есть такой состав. Берешь, даешь мне место? Не, просто как бы, блин, обычно по утрам играют крайние. Аристократы и дегенераты? Да не, ну не то что. Чё еще раз? Нет. Значит, рандом. Вагин. Неприятненько. Сейчас он наполовину зайдет. Наполовину. Так, а есть же ДБМ. А, ну ладно, окей.
Как пес. Охуенно у нас рога. Ты можешь рогу поменять. Вот Ария. Бля, там ПВПшный он. Мы вот недавно свою гильдию научили убивать синдром. Ну, как ПВП-шный? Это было сильно. Двумя кольцами и стрини. ПВП, давай поменяем. Быстрее пойдем. Уже ПВП-шная два кольца. Кто там в ПВП? Косарь голды, кидай сразу в трейд РЛ. Блять, у вас все интересно, как, короче, сосуд за 50 голды, короче, косарь голды, чтобы остаться, ёб твою мать. Вот это организация. Не, ну кто хочет сильно, может бесплатно отсосать. Кулачок бахните, пожалуйста. Реваги написала, что я каски. Ой, а можно секундочку? Поставь меня, пожалуйста, вот за место ДК к хилам, я им тотем буду давать на антифир. Гринберг. Гринберга, да, вот дай я то как-то. Хилы потом будут бегать, они же хуеют вообще. Не надо. Ага. Не, ну ты там танком дай антифир, короче, и хилам, и хуй с ними, со всеми остальными. Ты мне скажи, кому антифир дать, я присту передам. Точно. Да, Дискорд вообще вещь. Хотя, блядь, на охоту в Дискорде много. Ну, не знаю, глючная херня. Самый пиздатый TeamSpeak. TeamSpeak, конечно, связь отличная, но каждый раз все спрашивали, а как настроить вот это, а как вот это, а как я не могу перекинуться? Ну, я согласен. Согласен, да, но зато качество серверов на TS. Качество, потому что, чтобы создать сервер, нужно за него платить ежемесячно. Ну да, у нас оплаченные сервера были. Ну вот. Все, покупаете у нас месячную подписку на охоту, возьмем, короче, вас от 190 этим левела. Ну, я не знаю, я второй скажу. Вообще неплохо, да? Нихрена, ты прям с нами барыжишь.
Чё, где анонсы? Вон, дыхание. Где анонсы, РЛ? А у нас АК. Он же сказал, будет анонсить. Вот как вот, как ему верить теперь? Я даже не знаю, как с тобой ходить вот так. Подписывайся, ставь лайк. А, так у тебя еще рефералы, да? Ничего себе. Блин, ну недорого, слышишь? Да? И токены, да, там? А, ну говно, слышь, я с другом не пойду. Что-то у тебя конченые акции. Класс. А в ЗС возьмешь? С пятой казы? Нет, хрен вам. Почему? Во-первых, там не с пятой каты, там не пустят. Так, а не-не-не-не, я в курсе, я хочу с пятой. А, типа, покупатель всегда прав, ну да. Из этого раздела. Да-да-да-да. Я вчера перчаточку сролил над руля своего. Я прям очень доволен. Все, победа. Это, ну там те, кто слабо одеты, смотрите, что за шмот падает, я типа его закидываю сразу. Если что там на груля, на магика полетим, там по ходу дела между местами разборим. Я чем-нибудь помочь. Вот, если ничего никому не нужно, просто никто ничего не пишет, я потом... А в 5 секунд, минут, сейчас приду. Что там, говорят, за баг был с бесконечной рудой, что это за хуйня? Где? В длинной короне. Класс. Наверное, титановая, да? Не знаю. Блин, да круто было вообще носить титанчику-то.
был бы баг с бесконечным хп у протовара, блядь. Хм. Да нет. Зачем тебе бесконечное хп? Я думаю, это опять тебе поможет. В чем? Ну, они прям живучие становятся. Крайне. Знаю. Пробовал дважды. Это как ДК до Т5 лучше танчит, чем вары, а после Т5 прям вары лучше, чем ДК становится. Но лучше ДК он не станет. Хрен, Агрон лучше держит, чем ДК уже в Т5. Агрон лучше, да. Конечно, по живучести, тут бесспорно ДК сильнее будет. Гоу пока без нее. Я не знаю, может что-то спирально. Блин, я прям вот не помню, чтобы вы по вечерам играете. Мы играем по вечерам всегда. Да блин, что-то вас как-то мало в Даларане, видимо, видно. Тут два состава. Это да. Полина, да, на поле пали. Здорово, бандиты. Здорово. Вот этот, кто это общается? Это Гринберг, ты, да? Угу. Спустил босса, короче. Я могу быть полезен. Какие у тебя еще персы есть? У меня друидик. Какой? Хил. В этом Колизее вам предстоит сразиться. Хил друидик. Какой категории? Ну, в смысле, третья карта, закрытая ЦЛК, закрытый заломан. А это какой гильдии? Предвестники, вот это. Допрос не строил. Вообще, да. Откуда ты знаешь такие вещи про товаров? Ну, мы как бы, это... Я вообще десятку прошел полностью. И тут... Там? Чего говоришь? Тут парни танк. Да нормальный протовар. У него агро четкое. Тут сразу не танк. Не, ну я понимаю, что... Паром, на приоре не нормальный. Ты... Ой, не началось. Шаришь. Началось. Продолжается. Протики нормальные. Нет, ну я, конечно, понимаю, что паладины со своим ревностным и все такое, блин, прикольное. У них агро набирается очень быстро. Очень, да, вот это вот. У прото паладина. Не, у нас неплохой товар везде. Очень плохой. Пойдет такой себе, да, такой нормальный? Не так. У нас лучший, блядь, протовар в мире, блядь. Очень плохой. Всех людей в мире, всех протоваров в мире самые лучшие. Короче, ой, там сова в луже сдох, покинь, пожалуйста. Этот самый
Забирай вот этого огненного. Ага. Да в смысле кикни, просто ГП начнет ли не кикай, нормально будет, что ты кикнешь. Золотые слова. Сейчас начислю. Видишь, какой молодец. А ты кикать сразу. Может, человек ради ГП пришел? Каждого вкуса типа разные. Кто-то за ЕП, а кто-то за ГП. Ну конечно, ну. У нас он человек вчера походил в рейд, потом пришел, говорит, это мне ГП начислишь, и как-то вот. Иди по рейду. Если мне брюль на шамана упал, ребята. Грац. ЧС. Шестой. ЧС. А, не, ЧС, за такое ЧС вообще. Ну, можно этот нету делать, да? Чего себе. Шестой у нее брюль. Наверное, женщина. Мы с одним паладинчиком ровно идем. То он, то я с брюлем. Отстань. Я не приставала, еще не начинала. Ты чего? ЧС. Ты согласен абсолютно. Как так можно? Из-за женщин все зло. Да вообще отдавай брюль. А они все брюли повыраливают, а нам потом не достает. Вообще без брюлей ходим, ну? Отвратительно. Как там лучшие друзья девушек это бриллианты? Нет. Слышали мы про что-то, но... Не факт. Видимо, вам такие девушки попадали. В смысле попадались? В наличии даже имеются. О, что началось-то? Ну что, у нас можно видео что-то? Смиряющая выставка. Он разве работает? Ну, Хэмстек работает. Кстати, на этом КД надо закрыть бессмертие. Или, или какая-то точива, чтоб не умирающего. 50. Нет, 25-ки надо. На шаман. 25-ки бессмертие. Что-то это хорошего выпало. Цары хочу. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Да не, я шучу, кто будет собирать уже никто. После того, как Сережа поиздевался над нами, над один ЕП, это уже точно никто собирает. Да я снова дам ЕП, что расстраиваться-то. Насорал вагон, так что рыбу поставлю я. А ну тихо там, силу вялого вихря. Да я про воет, он рыбу даже не поставил. Да. От души. А вот шуточку я запомню, да. Я не вчера, кстати, говорил, ты выбираешь рейд, какой сегодня пойдут ДВшники и вечерники. Нихуя себе. Пойду еще посплю, что ли. Поговорю, Макс. А чё, один ЕП хочешь? Да, Дан. Товарищ, ты опять продаете? Да. Продаем. Но не все. Надо это, любую, кроме перчаток на друле. Друидки нет. Друид в пролете сразу. Ой, да ну сходу. Нафиг, короче, я слышал эту историю уже. Друли, вары, самое топовое печенье, все такое. Ну а что ты думал, в сказку что ли попал? Ну я ж спросил, а вы сказали да, потом нет, ну заднюю сразу. Сказали не все. Ой, ну все, мы сами выбьем. Позже. Не, мы просто только начали ходить в ЗС, мы, короче, по-моему, короче, в октябре только гильдию создали, и только сейчас осилили эту херню. Достойно. Ну, да. Какая гильда, кто играл? АГМ. Акерус. Хант есть такой. Нормальный пацан. Ну, нам чуть-чуть санвелы помогают. Как бы тут честно могу сказать, что некоторых боссов временами могли бы не убить, но спасибо санвелам. Там Dead Hero какой-нибудь там.
Почему не объедините? В смысле? Ну, мы просто хотим свое, а они, конечно, нас приглашали. А, это как Донбасс, да? Россия нам помогает, но мы хотим... Ну, как бы, блин, нам просто интересно свое. Будет попозже, отведи, пожалуйста. Ну, от любой помощи мы не отказываемся. Вот в ХМ-ку ЦЛК, допустим, можем по помощь принять, да. Если кому надо. В ОКХМ. В ОКХМ, конечно, какой нахер ОКХМ? Ты о чем? У нас гильдсостав, короче, 265 где-то. Какой нафиг ОКХМ? Да ладно, я рот. Ну я понял. Ну зовите за 10 кусков катающихся. Десять кусков мне? Это недорого. Вообще. Ну это ЦЛК типа. Угу. Количко. В претендах говорят, есть такой маг Фарадо, он всем за бесплатно помогает. Можно ему каждый надрачивать, он поможет. Да не, ну как бы мы... Это если просто кому интересно, вы приходите поугарывать этими, скажи, твинами. Если... Не, у нас кому-то для этого надо. Есть второй состав. Mm-hmm. Ну, тогда расскажите, когда у вас второй состав собирается. Может, мы кому-то под замену придем. У нас и гильдии столько. Очень плохо. 0-0. Очень плохо. Чё на рогу ты 5 стоит? Полтинник? Да. Всятка. Недорого. Тем более воронки сейчас копейки стоят. Качество средств ещё никто не делал, да? Нет. Я вот помню одного паладина, он к нам ходил вне гильдии. Это, по-моему, единственный чувачок, который ходил вне гильдии и ходил с нами на каждый РТМ. Да, Серёжа? Че началось-то? Странный типчик. Короче, спеки танков плюс время. Он вырос до ГМа, ребят, чтобы вы понимали. Видите, у нас... Так, лошадь в танка. Еще один спек танка плюс рейд. То я, блин, два окна не собираюсь тут потеть. Есть у кого-то еще спек танка? Хотя бы ледяную стойку может кто-то включить и... потаунтить. 32-й левел. Давай спекайся. Сейчас. Момент. Может, такет захилит. Там семилики на нее побегут сейчас и пизды ей дадут. Так, короче. Мишка, это у меня эта страховка. Значит, объясняю. Значит, Делорус Луна. Так, где эти петухи еще? Никого. Сейчас скажу. Так. Значит, Полина, ты танчишь крестик. А, этот паладин Девисант, ты танчишь квадрат. Лошадь, ты танчишь ромбик. Я танчу треугольник. Вот. Значит, теперь что вам нужно знать? Первый мы убиваем звезду, второй кружок. После этого будем убивать крестик. Значит, ну и дальше там скажу. Теперь по контролю. Самое основное, что контролить надо, это череп. Ну и те, кто будет там заебывать, типа маг, там без метки, прист. Контролите совы, блять, маги, кидаете эфир, всю хуйню, короче, в черепок, чтобы он никогда не хилил. Все, чек. Беги, малышка, беги! Не забывайте контроли. Это очень важно, чтобы вас не убили. А чё, герой, мы не даем тут? 23 секунды. А, дебаф, да, согласен.
после кружка крестик. Может, к вам подвести? Можно было, но там уже черенги. Вот, забери рогу. Расскажите, чья это буря? Элем. Или что? А это Элем вот так делает? Ничего себе. Бульон варят. Вообще нормально, да? Бульон из протовара, блядь. А что началось-то? Ну красиво, да. Еще бы не красиво. Но товар всегда. А что, не могу, исправили луч или нет? Видимо, не трогаем. Что там сказал, меня убьет? Вот я живая. Ну все, тебе надо танчить тебе. Да, только вот шмотки фиговые. Нормальные шмотки, я тут 230-м точно. В принципе, да, можно эту фигню всю 230-ми пройти. Правда, тут тактика тогда начинается. Настоящая. Ну, вот уже дело 10-е. Настоящая, блядь. Не, ну прям 230-ми это челлендж, реально пройти вот от чемпионов. Красиво есть. Там дань фанатичному безумию, да? Да, просто как раз вот когда в сентябре собрались и как раз 30-ми эту херню проходили, я помню, мы прям от души тут вайпались. Сложно было. Пустая и горькая победа. После сегодняшних сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Да, только ману отпить. Так, паладин, берешь белую, я черную. Твоя валька с черными крыльями, моя с белыми. С кого-то щит падает. Не помню. Сласт. Танковский, с первого босса. С 52 ста. С первого босса падает щит, он не упал. Я уже посмотрела. Я понимаю. Вага. Бобда. ДП сразу будет. На мейна. Чё ты, пьяный шо? Да не, я случайно набил эту технику. Еще нет. Давай прямо сейчас, Сережа, давай. Забудь кнопку бопа. Вообще забудь ее или выкинь ее нахуй с панели. А сали в ОКД. У меня своя теперь есть. Не, боп нормальная тема, ты чё?
Да нет, и по эфиру... Не для Мелика. Да, это плохо очень. Я хотела его подразнить, а он мне сразу ГП допускал. Отвратительный человек. Вот контрится, пацаны, одним матросом. Инсалаура. Вот на по которой спамишь. Во все билки вхуяриваешь, нахуй. Зачем тебе ты такие рассказываешь? Мне вот вчера на соляре диван дали, вот это да. Я что, только через секунд 10 это понял. Девку превратился, что ли? В смысле? Блядь. В углу дзэски разраливал. Я ему дал диван, он там несколько минут стоял, тупил, не мог хоть раз. Так там нифига не видно, ничего не понятно, блин. Все в одном фрейме, что-то взрывает. Как уже сказали, ты просто мага. Канцелаура. Решает почти все проблемы. Боб, он как бы, блядь, может либо спасти, либо если ты вот кидаешь порохать над ДПСером какой-то. У него кидаешь с плотом на сурке, блядь. Все, очко разгорает. Вы когда-нибудь слышали, как вага горит, когда на него кидают Боб? Хотите проверить, кидайте. Я вот это слышала. Я не думаю, что он в ИК так будет гореть, да, на сурке, может быть, а в ИК. А мне похуй, я покурить просто схожу и все. А, нормально. Это же вага. ГМ все-таки. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Мне вот интересно, сколько он мне даст ГП за Боб на мейна? Сколько хочешь. А еще выбирать думаю, можно? Стоимость одной тринки нормальная, все, мне кажется, это нормальная цена. Поторгуемся. Стоимость печеньки, да, в ОКХМ? Хороший ход. Это не дешево, да. Это не дешево, да. А, уже? Ничего себе. На поле, да, надо? Не, не надо. Дайте шакал падло. Может, подальше жука поставишь? Еще одна. Угу. Что случилось-то? Сдох почему-то ДКшник. Бывает. Перчатки.
Магик или Гру сперва? Гру. Вы в числе избранных. Летим на Грулян. Вар, то, что ты спрашиваешь, первое трение еще больше мусор для Ануса, чем воля. Спасибо за это. Да норм, ты что, фетиш топ, нет? Конечно. Фетиш на любого, мне кажется, медикатор. У вас что-то гильда не очень, у меня топовая. Так, тринька на танка надо кому-то? Блин, кони триня вот эту, которую ты предлагаешь. Это с кого? Чемпиону. Ну давай пароля, я не знаю. Ну вот. Я правда не уверена в ней. Хорош. РЛ кидала. Пойду-ка я покурю. То есть ты в ней не уверен? Да не-не, у меня хуже. Мои хуже трения. Улыбка не свою. Сейчас. Сейчас скажу. Там, по-моему, одна на плане не у нее. Сейчас, я долечу. Вот. Вот мои трени. Ужас. Конечно, ну, 200-я топовая вообще. Ну, 200-ю меняй. Вот эту защиту оставь пока. Потом ключ, скорее всего, за УД будет нормально. Ключик, да, да. Ну, либо аргусянский, либо этот, часы Мороза. Мороза бага советует. Типа она нужна, в любом случае. Ну, там что-то от магии дает она вроде. Угу, угу. Аргусянский как слабый ключ. Я одевал танков за полгода. С пятой каты до четвертой. С 200-го до 260-го. Мишку и ДК. Я своего паладинчика тоже одевал на официалке танк. Ну когда это было? Когда-то все там бывает в первый раз. Там, правда, катаклизм был.